Добро пожаловать на канал Hardrest Info, это устройство iPhone 12 Pro. Сейчас я покажу вам, как на этом устройстве сделать очень важную вещь. Изменить рингтон, изменить мелодию вызова. Итак, вначале открывайте приложение настройки. Затем спускаетесь немножечко вниз и выбираете пункт звуки, тактильные сигналы. Здесь спускаемся опять вниз и выбираем пункт рингтон. И видим, что у нас здесь много разных звуков. Ну, давайте послушаем несколько из них и выберем самые нормальные. Так. Включаем звук. Вот. Это стандартный айфоновский движок. Вот мне эта мелодия очень сильно нравится. Подъем тоже классный. Позывной. Полночник ночь. О, это такая релаксная мелодия. Боже, она шикарная. Навевает воспоминания об великолепном городе Одессе. Тоже великолепная мелодия, очень сильно нравится. Ну что ж, по сути мы прослушали все основные мелодии, но есть еще пункт классический, где мелодий тоже немало. Прикольно. Ну, дико. Очень похоже на стандартную мелодию, только с таким наложенным звуковым эффектом. Мотоцикл, о боже. Это больше на будильник подходит. Великолепный звук. О, шикарно. Но все же я выберу великолепную мелодию «Прогулочка у моря». Она такая кайфовая. Ладно.
Все, я выбрал свою мелодию фаворит. Вам желаю того же. Спасибо большое за просмотр этого видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И до скорых встреч. До свидания.